Здорово, пацаны. Доброго времени суток. Что-то скучно стало, решил сам себе поразвлечь. Думаю, да, запишу какое-нибудь видео. Ну, вы знаете, какое. То, которое рекомендуют на Ютубе, чтобы набрало много лайков. И стало продвигаться там в какой-то топ. Почитал внимательно рекомендации. Вот и записываю такое видео. Ладно, суть не в этом. Был я сегодня на лекционной базе, помогал фронтмену группы Шляпа Band International записывать трек. Трек называется «Старые панки», текст олдовый такой, ну вообще так попахивает что-то там каким-то началом 2000-х. Типа когда в подвале на гитаре лупишь, там орешь «Старые панки». Ну короче, песня нормальная, прикольная, ржачная, олдовая. Ну и вот, все записали мы такие, я думаю, дай-ка... Пойду домой, что-то скучновато стало, дождь стал накрапывать. И пришел потом домой. Кстати, да. Я тут огород на балконе развел. Вещь, да? Вообще, клевая тема. Это не трава, это петрушка. Ты еще, может, и подумаешь, что я тут коноплю развожу. У меня тут вон еще грядки с помидорами. А, ну и вот, кстати, и пришел я домой, и такой как раз посылка мне тут вчера пришла, думаю, дай заморочиться. Типа, как, не помню, как называется, аунбоксинг, что ли, типа, распаковка всякого, короче, посылок. Короче, пришла мне с Вайлдберриз вот такая тема, вернее, я долго ее искал, там всякое, что-то ковырялся, блин, а мне тут это, для клипов, это, вот такая светилка нужна, короче. Мы же там клипы, ну, раз на природе снимаем, темно. Как бы надо подсвечивать. Нужна была именно автономная, что где запитываться там на природе, что аккумулятор с собой таскать. Нужна была автономная штука. Вообще, работает, заряжаешь, короче, ну как телефон. 20-ваттная штука, блин, мы уже тут это, как бы думаю, начать снимать клипы с ней. Ну, светит вроде хорошо. Светит очень хорошо. А, вот так вот светит, короче, жесть. В темноте вот, офигенски. Светит, и это самое, стоит недорого, что-то косарь 200, что-то такое, вообще клевая штука, если что где подсветить, там или вот по лесу лазишь, ну что там, фонарь, на этот, блин, квадратом, как прожектором бьет. Короче, да, до того, как зайти домой, я еще зашел в магазин, думаю, что бы сожрать, и, короче, там я наткнулся на какую-то дичь. Я вот не мог устоять перед этой дичью. Это какие-то мега-чипсы. Я вот хрен его знаю. Вот смотрите. Вот это, короче, норвежский лобстер, блин, чипсы. Понятия не имею, что это такое. Так, вот мега-чипсы называются васаби и имбирь. Вообще, первый раз такое сочетание вижу. Не удержался, взял. Ну и вообще какая-то жесть. Написано «Осторожно, остро, очень острые чипсы какие-то, мега-чипсы, экстрим». Вот эти я опасаюсь жрать, потому что хрен его знает, молоко я не пью, а тут говорят, перец можно только молоком остановить, типа того. Ну, во всяком случае, мне что-то не очень хочется их жрать, а все вот остальное могу попробовать. Итак. Оператор, что посоветуете мне? Норвежского лобстера или васаби и имбирь? С лобстера начнем. Начнем, значит, с лобстера. Лобстер. По нарастающей. У нас, значит, лобстер. Лобстер, кто такой лобстер? Лобстер, это какой-то мужик, наверное, с большим лбом. Лобстер. Это прям как ругательство может звучать. Эй, ты, лобстер. Да? Слышь, лобстер, ты что тут клешню раскинул? Итак, у нас мега-чипсы, норвежский лобстер. Ну че, лобстер, блин, они тут это, слушай, тоненькие такие. О, вот такая вот пластинка. Похоже на это. Не отличишь прям по цвету, как будто чипсами тут все сделано. Ну так, пробуем лобстера. Норвежского. Это картофельные чипсы, то может упасывают мясные. Не, картофельно. Хм.
Ну ничего, так знаешь, лобстер. Лучше, чем краб. Лобстер это хорошо. Вообще нормально, слушай. Наверное, под что-то это вообще нормально. Ага. Оператор, попробуй лобстера. Ваше мнение, жрать можно лобстера? Короче, пацаны, мегачипсы норвежский лобстер можно брать. Охрененная закусь, такая лайтовая. Я бы не сказал бы, что с ярко выраженным вкусом норвежского лобстера. Бывает вот в чипсы, как туда каких-нибудь этих вкусителей, раскусителей, там как насыпят. Там их вот жрешь, прям чувствуется вот эта химическая затравка там. А это вообще такие нормальные, лайтовые. Так, оставляем. Лобстеры у нас по пятибалльной шкале на тройку. Васаби и имбирь. Васаби по отдельности и имбирь я ел. Васаби мне не очень понравилось. Горький хрен, короче, какой-то. Фигня это все. А имбирь, да, нормально. Вот зимой я ел имбиря. Имбирь мне нравится. У него такой вкус. Он как бы жжет язычок. Ха-ха. Язычок жжет. Но не сильно. Приятно, короче. Такие же картофельные чипсы. Ничем не пахнут. Пробуем. О, блядь. Слушай, если там вот такие-то мегачипсы будут, нахуй, я не хочу их есть, слушай. Блядь. Ни хрена себе. Блядь. Попробуйте, оператор. А, ну и как? Горит все, да? Ну и блин, когда ешь, он сразу как впивается в язык. Вот это вот. Васаби, хрен этот. Блин, вот тебе, я боюсь тебя. Те какие-то сильно крутые, если васаби такие крутые, сынбе. А имбирь продлевает вот этот, что жжение вот этой васаби. Сначала васаби, короче, накрывает, а потом имбирь. Потом ровно. Блять, у меня глотка уже горит, слушай. Блять. А все равно хочется их жрать. Прикольный вкус. Да, эти 4. 4 балла. Смело. Васаби и имбирь 4 балла. По пятибалльной. Блин. Видишь. А еще я купил волчка. Волчок вещь. Надо запить все волчком. Волчок арбузный. Арбузный волчок. Вещь. Почти как сидр, наверное. Ну, за тебя, волчок. Слушай, круто, а? Вообще вещь. I love you, волчок. Попробуйте, оператор. Как там, волчок? Good. Ярко выраженный вкус арбуза. Как будто арбуз пью. Отфильтрованный. О, класс. Ну, что у нас? Васаби имбирь, норвежский лобстер прошли. Отлично прошли. Хорошие чипсы. Да, кстати, вот я показывал уже.
Это петрушка. Петрушке всего лишь неделя. Я ее хорошо поливал. Каким-то тут купил гумус, называется. Гумусом поливал. И вот она у меня тут такая выросла. Повесил такой на стеночку. И висит себе травка такая. Хорошо. Как будто на природе. А потом думаю, дай посажу помидоры. И посадил помидоры. Вот, тоже, пожалуйста, неделя уже. Скоро буду помидоры есть. Наверное. Если погода будет хорошая, будет светить солнце, то помидоры вырастут хорошие. Оператор, будешь есть чипсы? Вот эти вот лютые. Обратите внимание. Это какие-то осторожно очень острые чипсы. Блять, вот что они в них могли насыпать? Ну, наверное, не перца же. Херни там намешали. Открываем. Слушай, эти уже какие-то это... другие. Эти по цвету, как мой балахон. Блять, ну это... может, и нюхать их страх опасно, вот, не знаю. Блять. Много. В общем, нормальные такие чипсы. Короче, когда водки уже выпил, хорошо. Если хочешь взбодриться, прям берешь, открываешь вот эту пачку, начинаешь жрать. Сразу хочется много воды выжрать, блин. И вот можно, наверное, в себя прийти. Пить воду там и как-то в себя приходить. Да. Тогда протрезвеешь сразу. Так что вот эта вот вещь, это подводку. Да, или есть еще второй вариант. Вот если какой-нибудь там еда какая-нибудь хреновая, невкусная, вот туда, вот с этими чипсами, короче, есть, вообще нормально все зайдет, ничего не чувствуешь, кроме вот этого жжения. Как-то так. Вот, хочу показать еще раз. Вот эти чипсы были мной сегодня испробованы. Все чипсы можно есть. Отлично. Короче, вот такие вот дела. Купил прожектор, закусил чипсами, обмыл балчком. Всем здоровья, до новых встреч. Я такую хуйню несу, ебаный рот. Выключи, пожалуйста.